Всем привет! У нас вот последние дни очень дождливо, сумрачно. Но посмотрите, какие прекрасные розы вот цветут у меня. Так, а вот эта розочка у меня заросла подорожником даже. Она пропадала было. Здесь такой лососевый цвет роз, очень красивый. Надо пересаживать. Так, вот, посмотрите, бегония какая цветущая, вся усыпана цветами. Дикий виноград. Красивый. Скоро он покраснеет. Вот мне нравится осенью дикий виноград. Какой он будет ярко-красный. И, наверное, нужно тую подстригать. Эти розы пахнут малиной. Очень долго цветут. Рано начинают цвести весной. Красивые розы. Куст у меня старый-старый. Диплодения начала цвести. Вот, наверное, нужно сделать череночки. Вот здесь вот отводы есть и набирает цвет. Вот наверху в цветах все. Первый год цветет. На зиму эту лиану я подстригу и занесу домой. Какие сочные зеленые листики. Вот уи. Но ее надо подстригать, чтобы она всегда была такой пушистой. В этом году еще не подстригали. Декоративная яблонька. Где-то здесь были плоды. Вот. Маленькие-маленькие яблочки, ранетки. Шоколадного цвета. Да, заниматься комнатными растениями уже необходимо, пора. Так, вот это нужно пересадить. Вот это я обрезала. Смотрите, как хорошо разрослась. Ой, она пропадает, ее надо домой занести. Ночь прохладная. Это традисканция белая. А здесь вот такая розовая. Красивая. Как в камышах сидят уточки. Из фикс-прайса. Ой, ну вот люблю лабелию. Какая все-таки она нежная, красивая. И у меня уже вот зацвели гортензии, набрали уже такой малиновый оттенок. Вот это вот очень красивое, пушистое. Она крупная. Даже есть еще вот остаточки лаванды. Запах такой сразу отдает лавандовый. Я ее собрала, букетик. Вот это вот у меня тысячелистник красный был. Нужно подстричь. Ну, дожди, все никак не возьмусь за сад. Так, вот это вот самарская лидия.
гортензия. Она была поломана весной. Кустик поломанный. Но все-таки выпустил даже цветочки, несмотря ни на что. Ой, какие красивые васильки. Вот тут и сорняки у меня уже вылезли. Вот это ванила фрайс. Цветы. Самая красная, яркая, это самарская лидия. Ой, даже хризантемы начали цвести. Осенний цветок. Так, вот нужно уже будет собирать календулу семена. Календулу. Бархотку я, кстати, кладу с помидорами. Маринад. У меня укропа нет, кладу бархотки. Вот, нужно будет заняться клубникой. Ее все выкопать, вот этот ряд. Новые посадить. Потому что это уже 3 года растет у меня на участке. Тоже плетистая роза. Так, вот мята свеженькая наросла. Тоже можно нарвать и посушить. Ну, капусту у меня кто-то ест. Я опрыскивала как-то. Вацан, что ты там увидел? Птичку или мышку? Помидоры уже на корню начали гнить из-за дождей. Так, а вот это лук-порей. Еще растет. Здесь свеженький салатик сажала. Вот свеженький салатик. Рвем к столу. Укропа у меня нет. Вот солить огурцы, помидоры. Укропа нет. Посадила рано, вот он уже весь осыпался. Так, это пузатая хата. Вчера красные собрали. Сегодня буду сок гнать. Томатный. Хочу написать вот этот букет цветов. Сейчас освещение такое, вечернее уже, к вечеру ближе. Днем было некогда писать. А вечером они смотрятся темными. Когда совсем света нет, искусственный свет, цветы смотрятся очень темными. Я вчера пробовала рисовать. Ну и хочу показать еще вот какие работы я нарисовала. Вот такой мост влюбленных. В нашем городе. Дальше вот такая работа интересная получилась. Забавная собачка. Это возле пляжа. Ну, здесь вот такой кораблик небольшой.
Так, а вот эти вот я уже показывала пейзажи. Это все работы акварели. На акварельной бумаге. Такая работа. Также у меня есть еще масляные работы. Маслом написанные. Так вот могу показать. Масляные работы я продаю на Авито. Такая шляпа с цветами. Это вот из новых работ. Малина. Тоже на окно. Поставила букетик такой. С натуры написала. Друзья, на этом видео заканчиваю. Всем удачи! Счастья, любви и мира, конечно. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. До свидания.